Девочки, доброе утро. 10 утра, я в машине. Уже сижу. Поеду сейчас в Леруа Мерлен. У меня тут не очень удачный опыт общения со Сбермаркетом. Поэтому они меня разбудили в раннее для меня время. Я решила, что все равно я уже не усну. Надо тогда уж хотя бы съездить в Леруа Мерлен. Собственно говоря, сейчас туда и поедем. Ну что, ремонт-то сам себя не сделает. Так что, вперед из песни. У нас сегодня солнышко, но прохладненько. Ну, осень. Осень-осень. Лес застыл и листья сбросил. В общем, все, едем в Леруа Мерлен. Сначала заправляемся, а потом в Леруа Мерлен. Вот такой у нас сегодня с вами утренний план действий. Так, я на заправке Лукойл. И у нас 95-й, уже стоит 50.01. 0,1 копейка. Да. Вот так вот 3 дня не выйдешь из дома. Потом приедешь, и хоба, цены уже все поменялись. Ладно. Пошла заправляться. Посмотрим потом, что в Леруа Мерлен с ценами случилось. Ну что? Здравствуй, дорогой мой магазин. Тучи находят. Они нужно гипсокартон брать. Надо это делать стену. Ой, уже так спать хочу. Ладно, в общем, пойдемте, девочки, за гипсокартоном, за... Короче, по стандартному сценарию. Так, и опять в кактусах. 98 рублей. Побитой жизни. Что этот? Ай, собака колючая. Ладно, девочки, вот этот беру. ЗД5. H10 тоже 98 рублей стоит. Смотрите, он прикрашенный. И купила, вес купила кошакам. Все, пошли дальше по важным делам. А что, стандартно уже стоит 128 рублей. Стоил 125 последний раз. А влагоустойчивый уже стоит 152 рубля. Остыл 150. Красота. Так, мне надо 4 вот таких. Так, беру такой вот. Как эта штука называется? За 278. Ну, по крайней мере, сейчас у нас 278. Есть чуть-чуть потоньше, но 210 стоит. Что, покупок у меня на 1088 рублей. Кактус, оказалось, стоит дороже 98 рублей. Несмотря на то, что ценник я проверила, по штрих-коду он по-другому пробивается. Я его не взяла. Видимо, не судьба мне пока с кактусом встретиться со своим. Значит, такая пленка. 278 рублей она. 2 клея по 77. Овес 60. Это... для гипсокартона по 42 и 4 листа по 128. Все, гружусь и едем. Ну что, девочки, я загрузилась. Блин, ногти вчера не обработала, они без защитного лака сохнут, усыхают. Что ты закрываешься-то, ну? Все, едем в сторону дома. Заеду сейчас еще в Пятерочку по дороге. Вроде как там по акции краска моя появилась. И на обед надо что-нибудь купить. А потом домой.
Домой, домой. Все это нужно будет разгрузить. Короче, господи, когда же этот ремонт закончится? Мне кажется, когда я его закончу, я пойму, что до конца жизни не хочу больше заниматься ремонтами. Ну, имея, конечно. Да, наверное, имея деньги тоже. С этим мудозвонством. Уже не захочется заниматься. Ладно, все, девочки, короче, едем теперь в Пятерочку. Ну что, приехала я домой с покупками. Пошел дождик. А у меня-то гипсуха. Неблагоустойчивая. Дождик такой маленький еще. Сейчас, может, успею. Не знаю, или переждать. А он уже не маленький, все. Наверное, надо пережидать. Ну ладно, что делать? Буду ждать. Отнесу тогда, наверное, сейчас домой то, что ну, такое. Не такое промокаемое. А потом тогда за этим вернусь. Знаете эти цветочки? По-моему, их называли петушками. Ладно, петушки, дождик идет. Я уже гипсокартон забрала. Сейчас вот это вот. Наверное, в один раз отнесу. Смотрите, какой цветочек вырос у соседей. Прелесть. Как называются девочки? Смотрите, объявление. Золотые руки, ваш мастер. Интересно, если вызвать вот такой приедет? Я что-то сомневаюсь. Так, ладно, последняя партия. Все, я домой. Так, девочки, все, я дома. Сейчас покажу, что купила в Пятерочке и в Магните. Раз меня сегодня в Сбермаркет бортанул немножко, ну, я об этом в отдельном видео запишу. Так, что купила? Купила яйца. В Магните они по 40 рублей. А, нифига, 45,99. Хотя там стоит цена 40. Ну ладно, как бы я уже не заметила на месте. Возвращать, конечно, не пойду и требовать 6 рублей обратно не буду. Хотя могла бы. Так, дальше. Кыш, котики, разошлись отсюда. В Магните же купила вот такую пасту шоколадно-арахисовая. 113,99 она стоит. И купила там же вафельный тортик. Вафельный тортик 36,69. Так. Что купила в Пятерочке? В Пятерочке купила хлеб Бородинский 21,99. Купила вот такую булочку 27,99. На ценнике там 25 было. Так. Кошачья еда 18,99. Две штуки таких взяла. Взяла краску. То, ради чего я туда поехала. Со скидкой 99,99, короче, 100 рублей. Без скидки она 145-146 стоит. Ну, камон. Короче, взяла по скидке. Хорошо бы, на самом деле, съездить еще одну взять. Так, взяла баклажаны. 3 штуки. Баклажаны по 60 рублей килограмм у меня на 915 грамм. На 55 рублей, ну, кругли. Взяла капусту белокочанную. 37,99 килограмм. Дуся, зрисни. У меня на килограмм 315 на 49,96. Ну, на 50. Тебе, блин, 99. И взяла шпроты. В Пятерочке они 79,88. Но там на них, по-моему, скидка была. Все.
Больше ничего не купила, потому что у меня, в принципе, большой заказ на Сбермаркет. И я все еще надеюсь, что я его в ближайшие дни справлюсь я с этим драконом и получу свой заказ. Все, на этом влог закрою. Всем отличного дня, хорошего настроения. Буду сегодня наконец краситься, потому что не могу. Меня само это бесит. Ну а сейчас что, завтракать и работать? А вам отличного дня, хорошего настроения. Все.